куда мы едем с пяточком? Включай ваши секреты. Скажи, куда мы едем с пяточком, Тони? Это секрет или нет? До бабушки. Да, она дивится канал? Да. А что там еще есть? Котики. И сад. Да. Чей? Чей сад? Бабушки Ира. Та ні. Ну, і не так. Да. Ну, тоді поїхали. Наш сад, наш сад. Да. Раз так, то і так. Говорили. Пока доїхали, дощ почався. Ну, нічого. Сад мы все равно вам покажем, так как я тут нахожусь, поэтому, соответственно, принимайте красивую картинку. Сейчас вместе, собственно, ух ты, вместе, собственно, и посмотрим, что здесь происходит. Я не знаю, что это, но оно выглядит красиво. Это, знаете, как заходишь как будто в магазин, где-то продают цветы, да? Только тут ты попадаешь очень много цветов. И различных, кстати. Очень много видов, Вина говорила. Я, честно сказать, не разбираюсь. Кто в курсе, пишите, как, что называется. Особенно напишите, что вот это. Я-то узнаю. Мне то Инна напишет, я думаю, в комментариях 100%. Но штука прикольная. Ага, это уже что-то отцвело. Не знаю, что это. Ух. Ну а в целом, если взять, что сейчас осень, ну в принципе, еще достаточно много различных роз цветет, да? Он желтый, я показывал, не? Так, прошел, наверное. Между прочим. Ну, сейчас мы пойдем не туда, там тоже интересное что-то есть. Ну, давайте посмотрим. Цвет, очень интересный цвет, друзья, обратите внимание. Это вообще какой-то желтый, но это тот же самый, да, кустик? Ну да. Главное, куст один и тот же. А тут, видите, розовые такие. Интересно. А вот цвет. Вообще такого не видел цвета. Я просто в шоке. Ребятки, зеленую розу видели? Ну, вот именно цвет зеленый. Я вам сейчас покажу. Тут надо не спешить, оказывается. А то я так прошел. Ну. А теперь принимайте, друзья. Ну, реально, зеленые? Зеленые же, да? И с желтоватым оттеночком такая. Ну, Инна где-то в хате, она бы рассказала, что это. Ну, она расскажет это все у себя на канале. У нее свой канал Инкины Розы. Заходите в гости. Это сестра жены. Там все вам расскажет. А вот какой цвет. Очень красиво. Не знаю. Мне нравится. Идем дальше, друзья. Идем дальше. Посмотрим, что еще тут есть интересное. Мельком. А вот одинокий. Одинокая, да? А вот какие-то есть плоды. А что это за плоды? Ну, я не знаю.
Это шелковица, я ел уже ее. О, Полина. Ой. А ну, что надо говорить? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ближе, ближе. Сейчас подойдите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых видео. Во, правильно. Так что не забываем ставить палец вверх и нажимать на колокольчик, правильно? Да. Чтоб не забывать, да? Что будут новые видео. А что это у вас? Виноград еще. Он же сейчас зеленый, да? А, он у нас это. Я не, ну, он что-то мы его не едим, а я не знаю, что. Он зеленый, да? Ну да. Вообще-то мы. А что тут за виноградом? У вас что-то цветет? Что? Есть что-нибудь тут за виноградом? Ох ты, как раз красота, да? Я вот этот виноград не советую пробовать, бо я в детстве уже один раз уже какала, да? Какала. После него. Ну да. Понятненько, понятно. Это розы моей мамы. Да? Да. Вот хорошо. Вы в город берете розы? Розы? Ну, мы их букетик делаем. Я-то их стрижу. Да? Да. А что тут за цвет такой розы, смотри. Да, вот этот красивенький. Угу, давай посмотрим. Так я покажу на так камеру. Где же он красивый, он новый. Вот этот, о, этот красивый очень. Очень прям. Ага. Ну идем дальше, ладно. Ну я там бываю, там чуть-чуть у бабушки цветы знаю. Название. Вот это юка у нас. Юка? Да, он... сейчас покажу, где у нас можжевельник. Что это такое? О, кактус. Да, это кактус. Он цвел. Да, он у нас цвел. Это моей маме приходили цветы. Вот так. Тут у вас много цветов, да? О, у нас их уже миллион. Миллион? Вот тут у нас елка, а вот вокруг бабушка так прикольно придумала. Что? Тут елка, а тут у нас под землей гиацинты. Кто это? Это такие цветы, ну, они растут, они маленькие такие, красивые. И они бывают разных цветов, там фиолетовые, розовые, синие. Пока... Ну, они просто вокруг, да? Они у нас весной цветут где-то. Ну а эти зайцы любят, да, их кушать? О, нет, они, зайцы любят пионы кушать. А где зайцы живут? А там, наверное, на бугру? А, ну да, там, я помню, там летом. На этом летом. Я проезжала тут дорогой, просто каталась, и вижу зайца на поле. Зайца на поле такой серый, красивый. Да? Опрыгал как. Да? Красиво. То хорошо, очень. То хорошо. Что еще тут интересного у вас такого? Ну, мама у нас тут. Что это за плоды, кстати? А, где вот эти? Ну, вот это что-то кушать можно? А, их нельзя. Нельзя? Вот, ё-моё. Я это, смотрю, что и заяц их не ест. Это вот эти зайцы у нас едят. Пионы это о, у нас. Блин. А вот там тоже плоды я видел, только черные, да, какие-то? А ну, пошли глянь. Ну да, это вообще-то, это не виноград у нас, а их нельзя кушать просто. Да? Да, они просто для красоты. Вот. Вот они. Да, это они для красоты, их нельзя кушать, мама говорила. Не, ну хоть одну же можно или нет? Нет. Чего? Потому что это у нас вишневое дерево, это у нас цветы. Вот так. Вот я вот, мы вот купили. Что? О, и тут что-то есть. Это у нас один, ну, моя история. Шиповник, что ли? Ну да, похоже. И вот, а у нас такая история. Мама такой цветок купила. Я вот... думала, ну мама, где хочет, то и садит. Я тоже его хочу посадить, где хочу. И где ты посадила? Я сказала, мама, может, вы его вот тут? А она сказала, нет, лучше вот тут. Да? Я сказала, вот, мне тоже нравится. Так что вот такая идея. А это вы тоже елочки садили, да? Ну да. Вот эта елка из леса мы перевезли. Прям из леса? Да. И что она?
Ну, она сейчас... Живет нормально. Ну да, нормально. А эти все ж покупали, да? Вот эти покупали, а и вот это мы из леса привезли. Прикольно. Да. Будут вырастут. Или это сосна? Это, да, сосна. И это сосна. Вот бабушка, я не знаю, чья это идея была у нас. Ну. И вот, мы вот, у нас была машина, ну, такая голубая. И вот, старенькая у нас. Да. Да, поржавела уже. И вот, мы, бабушка захотела, или мама захотела, и они обои захотели привезти елки из леса. И короче, бабушка там где-то с пледами их тут заматывала. Мы с лопатой еще ехали, я помню. Офигеть. Да. Надо с той землей же, да, брать? Ну да. Корень. А дальше что, тоже елочки садили? Да, или нет? Да, мы тоже садили елочки. На... Это абрикосы, да, тут такие? Это да, это абрикосы у нас. Это, я ел абрикос. Это у нас слива. Слива это у нас, ага. Это яблоня у нас. О, яблоко есть, а есть можно? Да, можно. Я их... Блин, а я в городе покупаю их, он даже тая. Я, значит, тебе покупаю яблоки по 30 рублей. А тут, смотри, можешь кушать. Можешь брать в город. Смотрите, какое яблоко. Огромное, кстати. А еще... Просто пипец. Просто. Больше всего вкусные домашние яблоки, чем в магазине. Я чувствую, что оно просто вкусное. Надо Тане сказать, чтобы немножко взяла. Ага. Да я вот недавно ж покупал, что и захотелось. Хотя вот лежат же не надо никому. Ага. Персики мы уже съели, да? О, а что вот это, кстати? Вот это? Ага. О, то шиповник, я знаю. Ну да. Там у нас еще дальше персики. Вот тут, а это абрикосовые тоже, да? Это, ну похоже листья, да, это абрикосы, потому что листья очень похожи на абрикосов. А это тоже покупали вот или привезли? Елка. Ой, она мне так нравится, вот эта елочка, мы ее с леса привезли. Да? Она какая-то, мы вообще-то тут три, мы тут один раз тут посадили елку. Угу. И ее, представляете? Что? Подписчики. Быку захотелось почесать рога. Да? И ладно, возле елки. И ладно, она как елку. А елка сломалась. Иди сюда, смотри, какие яблоки оно. Ну что? Ничего. Я уже на елке. Да? Короче, бык почесал об елку и схавал ее. И, короче, сломалась, бабушка в шоке была. И тут елка. Тут, короче, зимой можно наряжать прям тут елку и все. Ну, да. Самое главное, чтобы игрушки не замерзли и не пропали. А там береза, вон, видите? Ну, да. Ну, у нас, ну, у меня вот аллергия на березу. А то кто? А, вот это дерево? Не, оно теленок. А, это мышко наше, Мишутка. Да. Мишутка, блядь. Это амброзия, но она уже не цветет. Да не амброзия, она мне интересна. Это у нас береза, на меня сережки, у меня аллергия. Я понял. Это типа мой огород. Ой, извините, простите. Ничего, это не конец света. Ну идем до мышка. А оно персик, это те, что мы кушали в прошлый раз, да? Угу. Это парзанка. Ну да. Красивые. Тут уже такие дела, да? А ну ж, что тут? Мишко, Миша, Мишутка, ты ее гладишь или нет? Я глажу ему еще один раз, летом Моню давала из ведра. Да? Да. Смотри, он испугался тебя. Смотрите, он же любит мой палец сосать. Да? Да. Подивись, чтобы он ее не схавал. У него зубы еще нету. Ой, язык такой колючий, а зато это антистресс такой. Да? Да, и потом об кофту. Бабушка ее постирает. Офигеть. Вот так? Все, Мишутка, мы пришли. Да. Мы идем, все. Будем яблоко вот есть. Видите яблоко? Все. Вы его больше не увидите. А знаете почему? Потому что я его съем. А ты хаваешь
Едишь эти яблоки? А, я люблю яблоки там. Ну, я очень люблю яблоки, потому что... Почему? Потому что, я не знаю. У меня, я же люблю... Я вот в детстве... у меня была игрушечка, медведь. Его звали Титися. И вот. Давай на фоне на другом, а то фон такой. Титися? Да, и вот я, мне очень хотелось что-то погрызть, я загрызла ему нос. Ну ты гонишь, ну как так можно, ну? Так, а я машину закрывал, не? А ну на, меня поснимай, а я пока разденусь. Так. Видите, яблочко. Хоп, хоп, хоп. А за мной иди. У меня же оператора-то нет. А теперь, видите, есть оператор, да? Ага. Палец вверх. Колокольчик, да? Так, сейчас я сниму. Дождь был, я одевал. Сейчас дождя нету. И продолжим дальше. Ой, так быстро уже лето прошло. Да, вообще. Все месяца так быстро прошли. Осень, зима, весна, лето там и ну так шо, дальше. Идем дальше. Рассказывай, что тут еще у вас есть. У нас? А ты тоже яблоки, кстати. А, их нельзя есть! Почему? Ну потому что я не знаю, бабушка говорит, лучше их не надо есть. Ну вот смотри, какое яблоко. Ага. Как это нельзя есть? Не знаю сама. Бред, как ты что? Он не уже нормальный, вот смотри. Лежал. Вот яблочко. Да. Это у нас тут абрикоса дерево. Я тебя не ел, я вот там делаю абрикосы. Ну да, они вкуснее там. У нас там на бугре, кстати, шелковица. На бугре? Да. И... А вот это шелковица? Да, тоже шелковица я тут. Я вот уела, а ты нет. А, я не знаю, она сейчас есть, да, или нет? Да нет, сейчас. Вы уже съели все тут. Там было, но я чуть-чуть попробовал бы. Угу. Ну что, в принципе, мы все рассказали. А что не рассказали на канале, чуть-чуть выше, да, а что не рассказал на канале Инкины Розы, вам все-все-все расскажут, про все и, короче, подписывайтесь на мой канал и на канал Инкины Розы. Это твоя мама, да? У моей мамы там, она снимает там разное, чего там, розы, удобрения там и так дальше, стрижка там и цветов там дальше, так дальше. Короче, она там все расскажет вам. Ага. Все, говори, подписывайтесь и... Подписывайтесь на канал. Сначала на колокольчик, потом подписывайтесь на канал, потом лайк ставьте еще раз, ну, если миллионы есть. Ну, а что ж будут же, правильно? Ну, да, может быть. У вас может быть 10 миллионов подписчиков, может быть. Или нет, я не знаю. Все, заметано. Так что подписываемся и... Набираем 10 миллионов подписчиков, правильно? Да! Всем пока, друзья! Пока-пока!